Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусное банановое мороженое. Бананы очищаем от кожуры. Нарезаем колечками. Нарезанные бананы сложить в пакетик в один ряд и в морозилку до замерзания. Замороженные бананы помещаем в чашу блендера, добавляем 100 грамм молока. Хорошо перемололи, теперь перекладем все в контейнер. Во второй вид мороженого я кладу опять же бананы замороженные, 100 грамм молока, 3 столовые ложки какао и все перемалываем в блендере. Вот такое мороженое получилось. Сейчас его нужно отправить в морозилку, чтобы оно чуть-чуть подмерзло и можно кушать. Всем спасибо за просмотр. Заходите к нам еще. Ставьте лайки. До следующих встреч!